обед принесли нам после прогулки. О, борщ. У вас, да? Ну как без него, конечно. Едем на вулкан Барановского. Остановились в магазине. Сейчас зайду, посмотрю, что там. Наша экспорт. Аж из двух машин. Вообще реально у нас их три. У нас 9 человек. Должно было 6. Еще семью нам. Что-то у них случилось. И семью нам еще из 3 человек дали. Повозить их. Так, пошла в магазин. Магазин Валентина. Ни много ни мало. Едем мы на вулкан. И кто он с тобой по пути? Лисичка! Они сейчас такие облезлые, а зимой они будут пушистые. Да? Пушистая ты будешь, тут их полно. Ты с нами хочешь, да? А вот еще лисеночек. Кто там? Убежал. Иди сюда. Там находятся белые скалы, это мы завтра куда поедем. То есть получается, вулкан мы видим со всех сторон. То есть и из Курильска, и из Рейдова. Фумаронные поля. Вот, какие-нибудь ванночки уже принимали? Да. Нет, нет еще. Не все. В общем, что я хочу сказать, вот около 3 различных вод. Есть радоновые, серные ванночки, кремниевые. Вот у нас здесь стекает в нашей ванночке кремниевая вода. Кремниевая вода считается одна из самых лучших. Вот она у нас лечит кожные заболевания. Этот вулкан стали называть в честь советского экономического... Баранский вулкан. Баранский. Здесь так жарко. Вот эти источники, они до 100 градусов прогреваются. И, конечно, такие бары, и прямо вот здесь жарко. Это у нас не кипение, не бурление, это у нас всего лишь выходы газов с недр земли. Вот газ, выходящий у нас, достигает температуры от 180 до 350 градусов. Вот такие вот температуры. Кто спрашивал, запомнили? 180-300 тысяч. От 180 до 350 градусов. Вот такие вот температуры. Да? Почему сгага горячий есть? Ну, у нас еще я колени обжигалась. Это не гейзер, да? Это не гейзер, да, правильно подмечено. Вот часто как раз туристы, приходящие сюда, путают все-таки термальные источники с гейзерами. У гейзера есть периодичность, он через определенное время выбрасывает свои термальные воды столбом. А у термальных источников постоянные выходы газов, постоянный уровень воды, этим как раз они и отличаются. Хотя, кто его знает, может быть, это и гейзер. Потому что вот есть гейзеры, у которых периодичность достигает до 10 лет. Вот так вот. Но я склоняюсь к тому, что все-таки это нормально больше.
но в термальный источник. Будем сейчас мы там вот купаться. Ух ты! Вот это да! Вот это да! Идем мы? Что делать? Варить яйца в источниках. Ну, красота, конечно, здесь просто неописуемая. Прям филиал Камчатки. Конечно, очень красиво. Очень меняется погода. Утром было прохладно, в море было даже холодно. А вот сейчас здесь жара стоит такая, что я мечтаю наконец-то это купальник уже плавать. Но пока мы не плаваем, мы идем варить яйца. А потом будем купаться. Не был на Сахалине, на Курилах. Вон сюда. Ой, какая впереди красота. И аккуратненько. Спасибо. Я стараюсь. Вчера я видела в Инстаграме, ребята здесь были, было 104 градуса. Глубина озера 400 метров. Состав воды метр, кремниевая кислота. То есть она, видели зеленый осадок, да, в речке? То есть когда она соединяется с пресной холодной водой, она выпадает в осадок, поэтому зеленый такой цвет. Состав воды, вот метокремниевая кислота, сера, калий, натрий, немного йода, сероводород. Это основные. Можно сварить яйца, что в принципе мы и делаем. И называется это блюдо куринское. Дети кур, дети рыб. То есть яйца с икрой. Да. Кто-нибудь будет у нас стоять на времени? Вон, видите, как хорошо бульки видно. Да. Так, Жень. Можно, Жень? Смотри, так, все, опускаем. А вот камень. Возьми, пожалуйста, вот этот. Да, я вот этот. Надо будет прижать. Ничего не видно, да? Сейчас. Все за...
заволокло. Нормально сейчас. Да, здесь только хамам. То есть вот это как. Так, а куда теперь двигаться? О, Васильевичка. Вот она. Кипящая речка соединяется вот здесь с речкой. Ну, пресная вода, но я его, мне кажется, она уже не пресная, она уже все равно минерализированная, mm-hmm. Ее просто так нельзя. Сколько будет температура? 7 минут засекли. Это 120 до 40. Нет, от 90 до 140. Сейчас температура, видите, будет. Вот вчера я видела, ребята сказали, что 4 градуса было. Можно, мы и будем купаться, только здесь 104 градуса. Ты там поменьше. Пресная вода встречается с кипящей речкой, перемешивается. У нас там яйца варятся. 7 минут. Так, яйца у нас варятся, а икра уже ждет. Так, 7 минут прошло. Так, все, ребят, наши яйца сварились. Тут видите, как все удобно предусмотрено. С одного несем в другое. Так, куда несем-то? Потом в речку осушать. Идем в речку осушать. С одного места идем в другое место. Вот оно. Аккуратно. Вода холодная. Ну, пройдите вот сюда, снимайте. Может, у вас прям хорошо снять. И сколько здесь так нужно, да, все? Пожалуйста. Да. Так. Вареные. Так, кто-нибудь поможет? Да, Влада, читала. Наверное, раз она уже мне помогала. Давайте. Буду Владу эксплуатировать. Влад, держите так, я сейчас по тарелочкам раскидаю, чтобы вам было удобно брать. Давайте вот поближе. Ага, да я просто вылечу тарелочки. Ну, они чуть-чуть тепленькие. Готовы, это я поняла. Так, Серега, я рыбу здесь не вижу, полезно. Сторона, чтобы он не терпится друг другу не мешаться. Татьяна, а где белые скалы? Там Тихий океан, то есть это там океан Охотское или море. А мы океан нигде не увидим, да? Почему? Мы завтра на Касавку ездим. А это будет океан, да? Да. Касавка, это у нас как раз залив Касавка находится на океане. Всё. Одно лопнуло, да? Лопнуло. Всё. Ничего страшного. Ребят, чистые птички можно вот сюда. Ну что, что лопнуло? Давайте я его съем. А, да пожалуйста, ем, где никто не против. Ребят, чистые птички можно в бамбук. Птички прилетят, съедят. Вот, пожалуйста, салфеточки, икра. Дети кур, дети рыб, дети. Да, кушайте. Вот, так, давай. Икру. Давай свое яичко. А? Дай мне телефон, Жень. Давай, кушай. Так, ой, все попадало. Да. Офигеть! Класс! Очень вкусно. Очень вкусно.
Здорово. Так, идем мы купаться. Наелись мы яиц. Яиц закроем и наелись, которые были сварены вот в этих источниках. Жара тут стоит страшная. Вот Даня везет, он в футболке. Ой. В общем, сейчас переодеваемся и все. И плавать. Дань, знаешь, что сказали? Что если у тебя какие ранки есть, в воде их ни в коем случае не чесать. Они у тебя очень скоро все заживут, но чесать в воде не надо. У меня вон, ну как раз нормально. А это мы тебе сейчас пантенолом, потом пантенолом помажем. Я дорогу даже снимаю. Туда, тут дорога, конечно, больше похожа на чудо. Где-нибудь тут можно купаться? Там вода 100 градусов, 90 градусов. Вот тут? Тут когда тут, ну, купаться. Вон, тут... смотри, пар идет, и что, Даня, на градусов 110. Сказали же, в 98 году медведь туда, вот это самое, скончался. От ожогов. Ничего сделать не смогли, с медведем. Смотри, какой вид, Дань, смотри, как красиво. Ну, это только через камеру красиво. Идет. Идем, идем. Тропа чудес. Не иначе. Все бурлит, все кипит. В общем, если у кого есть мысля, когда-нибудь посещала... посетить Курильские острова, друзья, вы ни в коем случае об этом не пожалеете. Какие здесь крабы, какая икра, какая природа. Кто был в Исландии, говорят, что очень похоже. Я не была в Исландии, не могу сравнивать, но то, что мы видим здесь, это, конечно, абсолютный восторг. Кстати, найти источники, чтобы зайти и купаться в них, вход не бесплатный, он стоит 2000 рублей на человека. Да, 2000 рублей. И оплата исключительно наличными, никаких карт. Вот. Кстати, довольно высоко мы туда зашли. Назад дорогу проще, она так тенечком. Туда идешь, когда прям жарко. Надо иметь в виду, кстати, что да, погода неважно какая, пока едешь сюда. Здесь-то пар, испарения вот эти вот идут от воды. И, конечно, здесь уже совершенно другой микроклимат. Ух, ну, на самом деле, это у нас еще ведь только начало экскурсии, то есть начало нашего путешествия, фактически, да, мы были в Южно-Сахалинске, мы там посмотрели город, и он нас, конечно, на самом деле удивил своей опрятностью. Да, можно, там холодно. Холодно это будет? Да, уверена. Подожди. Вот. Со вчерашнего дня мы прилетели на Итуру, и нам сказочно повезло. Холодная? Да? Нет, она горячая. В итоге у меня теперь на это еще и горячая. Даня, ой, извини, пожалуйста. Я подумала, что она там холодная, потому что Татьяна... вот там... Ой, господи, Данечка, дорогой. Вот. И мы, нам вчера сказочно повезло, мы прилетели на Итуруп даже своим рейсом. Дело в том, что когда пришли мы в аэропорт, спрашиваю, куда здесь чего, и кто, значит, там на входе стоит и вещи проверяет. Первым делом сказал, что наш рейс отменен. Звучало, конечно, все это очень неожиданно. Потом оказалось, что
наш рейс не отменен, но были отменены рейсы аж 2 дней до нас, то есть 14 и 15 июля. И все улетали 16-го. В общем, что там творилось в аэропорту, страшное дело. Вот. Ну, в общем, пока мы здесь, и нам здесь очень нравится. 19 июля мы поедем назад. И одному Богу известно, удастся ли нам это сделать с первой попытки, потому что рейс отменяют, это реальность, которая есть. Вот, ну, нам пока все нравится. Живем, увидим. Даня у нас в термах. Термы здесь внизу, потом есть еще погорячее, это наверху. Ну, в общем, пока нам рекомендовали начать сыр. Ну, что сказать? Горячие ванны. Пойдем отсюда. Нет, мы не пойдем отсюда, мы будем купаться. Пополнение. Мы едем. Они все разные температуры. Вот здесь вот. Я, кстати, прослушала, сколько есть. Вроде 40 точно, может, даже больше. Но это, конечно, блаженство. За 1,5 часа мы едим, но сказали, что этого нам будет достаточно. Я не знаю, мы, кажется, не готовы поселиться. Ну что, нравится, да? Очень горячо. Ну ты в такой-то в Москве купаешься, вот мне непривычно. Я что-то снимаю. Слушай, ну прикольно, скажи. Я немного больше дома.